Известно ли вам, как много полезных вещей изобрели дети? Многое из того, что нас окружает, создали маленькие гении. От эскиза государственного флага Аляски до такой мелочи, как перчатки без пальцев. Аиша Мамедли – ученица 9 класса. Еще 4 года тому назад она создала национальную ювелирную коллекцию украшений «Достум». По словам самой Аиши, ее украшения для девочек, которые любят лошадей, ценят дружбу и умеют дарить добро. Я люблю животных, я люблю лошадей, и поэтому они тоже меня значительно вдохновили на создание этой коллекции. И благодаря моему хождению на конный спорт все-таки я задумалась о создании чего-то большего и думаю, что получилось успешно. Пони разных цветов, они сделаны в виде как колец, так и ожерелий, так и сережек. Они в принципе, подойдут всем любителям пони. Помимо ювелирной коллекции, Аиша написала сценарий к детскому спектаклю «Машина времени», в котором рассказывается о трех главных героях, путешествующих во времени. На создание сценария у одаренной девочки ушло несколько месяцев. Персонажи – это школьники, персонажи школьного возраста от 12 до 14 лет. Персонаж Носок, которого не хотят брать с собой, придумывает разные изобретения, вроде летающего самоката, пародия на тот же летучий корабль и так далее. Персонажи попадают в разные сказки, разные времена. В будущем Аиша хочет стать психологом. В школе отдает предпочтение точным наукам. Ее любимый предмет – математика. В свободное от учебы время она занимается конным спортом и рисованием, а также планирует вернуться к работе над творческими проектами. Лидия Молодцова, Наиб Гаджиев, CBC.